классе у кого-то появлялся диск с полноценной порнухой. Это было, ну, типа, клево, и его выменивали там на игры или еще на что-то, потом прятали этот диск, хотя родители никогда не умели пользоваться ни дисководом, ни компьютером, но зачем-то я ныкал эти диски где-то, что еще больше, потому что, ну, палево, потому что если такой диск найдут, то подумают, нахуй ты его сныкал, и реально могут проверить. А если он просто лежит среди твоих игр, то родителям никогда в голову не взбредет прочекать, что на нем записано. Они даже не знают.